Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. И с вами Лариса. Очень быстро пробежали 10 дней после посева семян перца. Как я и обещала, показываю результат прорастания. И честно сказать, на удивление в этом году семена оказались настолько всхожими, что уже на второй-третий день начали свой стремительный рост. И уже на 7-10 день готовы к пересадке в питательный грунт. Эти росточки были посеяны 4 февраля в кокосовый субстрат. О сроках посадки перца, о технологии проращивания семян подробно рассказывала в прошлом видео. Оставлю ссылку внизу, обязательно посмотрите. Если вкратце, рассадный период у перца 80-100 дней, значит 7 в феврале, а ранние сорта в начале марта. Сею семена сухими во влажный и рыхлый кокосовый субстрат, заглубляя на 1 см. По прошествии 10-15 дней семидоли отлично открываются, а корни и стволики становятся крепкие, сильные, и росточки получаются коренастые и невытянутые. Разница в результате посадки семян в обычный грунт очевидна. Первое время ростки питаются за счет семечка, это 10-15 дней. Так как кокос pH нейтрален, то дольше 3 недель рассада в нем не выживет. Это только подходит для мощного старта, а затем обязательная пересадка в отдельные стаканчики или рассадные ящики в питательный грунт, где перчик будет расти уже до высадки в открытый грунт. Обязательно перед пересадкой обильно поливаю, чтобы корни легко извлекались. Извлекаются корешки одним движением, очень легко и просто. Они крепкие и здоровые. Так как понятно, что эту 1000 ростков перчика я выращиваю не для себя, то с ограниченностью места пикирую рассаду в ящике по схеме 4 на 4 сантиметра, где они будут расти до весны. После пикировки обязательно поливаю вокруг теплой водой. Когда делаешь это много лет, то пересадить лишнюю 1000 корней рассады не составляет особого труда. Заглубляю до 7 долей, и уже через 5-6 дней начнут расти настоящие листочки. Вот эти перчики пересаживала также 4 февраля, и уже появляются второй-третий листочек. Они компактные, красивые и крепкие. В дальнейшем уход несложный. Рыхление, умеренные поливы и обязательная подкормка. Профилактика от вытягивания и болезней. Желаю всем удачи, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди!